За сегодня девочки должны сплести венки. Те, кто участвует в спектакле, идут на репетицию. Не забудьте про костюмы. Завтра мы отмечаем праздник Ивана Купалы. Примерно так она и сказала. А для кого второй? Все тебе скажи. А где Саша? Кузьмин. Кузнецова. А ты что, бременский музыкант? Нет, я баян. Кто? Баян, ну, это сказитель, певец. А ты у нас кто? Иванушка-дурачок? Подождите, подождите. Это что, сказала царевна лягушка? Я жена твоя, Василиса. Где Василиса? Дядь Кощей ее забрал в царство своем. Саша, хватит, репетиция давно уже прошла. Ваня! Что? Краснодевица, ты чего? Саш, какая краснодевица? Репетиция давно закончилась. Вань, ты не видел Василису? Я просто с ней в венках пофоткаться хотела. Нет, не видела. Наша лягушка скакала куда-нибудь, наверное. Какая лягушка? Снарядился Иван и пошел искать Василису Премудрую. Никуда я не пошел. Сама она вернется. Ты с нами? Нет. Странно, что Ваня с нами не пошел. Я думала, Василисе ему нравится. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Кикиморка, ты чего тут? Куда путь держите? Царевну Василису Премудрую ищем, никак сыскать не можем. Никак, царевна ваша, самая прекрасная. Смотри, никак царевна наша. Саш, ты что, совсем пошли Василису уже искать? Иван царевич должен найти. И поцеловать лягушку. Какой же Иван царевич? Девочки, стойте! Подождите меня! Ваня, целуй лягушку. Зачем? Ваня, мы нашли Василису. Тебе осталось ее расколдовать. Думаешь, это она? А кто еще? Ну, да, и вправду похоже. Ну, ладно, посмеялись, хорошая шутка. Пойдемте дальше ее искать. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Саша, отстань мне, не будем такую лягушку. Она тебе нравится? Ваня, пойдем. Вообще-то она с тобой хотела пойти на этот праздник и специально для тебя вторую вино слила. Для меня?
для тебя. Ну, ладно. Ваня, ты что, дурачок? Пора Иванушке-дурачку стать Иваном-царевичем. Целую лягушку. Там лес, как у Василисы. А как же лягушка? Ну, если хочешь, оставайся и сам отплыви ее. Играть будешь? Да у меня все равно из колонок музыка будет. Василиса! А это еще кто? Были. Вы хотите в лесу остаться? Я слышала, тут леший бродит. Ну да, и леший, и кикимора. Все тут в лесу найдут свой приют. А еще Василиса. А что Василиса? Нерасколдованная, бедная осталась. Царевна наша, лягушка. Саша, репетиция уже закончилась. Пойдемте в лагерь. Дэвид, пойдемте в лагерь. Стой, подожди. Так просто возьмешь и бросишь Василису? Да Василиса же, наверное, в лагере. Что это такое время в лесу делать? Ты плюс, ты не участвуешь в нашем спектакле. Заплутал ты, Ваня. Неизвестно, кого в лесу можно встретить. Так, подожди. Все, кто участвует в спектакле, уже давно ушли с вожатым. А ты тогда чего здесь? Я, ну, как бы это сказать,
слышала цветок Писи. Тогда давай его сюда. Ну что, мы уже пойдем, а то что?